Доброе утро, дорогие братья и сестры. По милости Божьей мы живы и проснулись в этот новый день. Я желаю всем вам Божьих благословений, пускай Бог хранит и поддерживает вас своей рукой. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваши молитвы по поводу болезни Тани Жигайло. Знаете, ситуация очень нестабильная, и временами мы получаем очень позитивные сообщения о том, что Таня стала чуть-чуть лучше, но уже вскоре мы видим, что ситуация опять ухудшается. Я прошу вас и дальше молиться за нее, за ее здоровье. Особенно прошу, чтобы вы молились за всю ее семью, за детей, за мужа, потому что они очень сильно переживают. Мы бы хотели организовать молитвенную цепочку по поводу этого вопроса. Если вы готовы принять участие в этой молитвенной цепочке, пожалуйста, напишите мне текстовое сообщение на номер телефона 916-254-8182. И в ответ я скажу вам ваше время, когда вы будете молиться за Таню и за ее семью. Также очень хотелось бы, чтобы завтра, понедельник, мы сделали днем поста по поводу этого вопроса. Пускай Бог объединит нас в общем желании поддержать эту семью, и чтобы Бог особенным образом прикоснулся к ним. Знаете, очень не хочу вымаливать жизнь и здоровье Тани. Я хочу вымаливать нашу веру, чтобы мы могли полагаться на Бога до конца, каким бы ни был результат, чтобы наша вера, она не пошатнулась, и чтобы мир и покой вселился в каждое сердце. Я верю, что Бог силен исцелить ее. Для Него это не проблема. И Он не ждет наших каких-то, знаете, огромного количества молитв и невероятно каких просьб. Главное наше посвящение и наше участие в этом вопросе. А Бог сделает все наилучшим образом. Поэтому, пожалуйста, завтра мы объявляем день поста и молитвы за Таню, за всю ее семью. И также мы бы хотели организовать молитвенную цепочку, которая бы постоянно работала до того момента, когда мы увидим, что есть какие-то конкретные изменения. Поэтому, пожалуйста, пишите мне. Мой номер телефона, повторюсь еще раз, 916-254-8182. Да хранит вас Господь, благословит вас, поддержит вас своей рукой. Всего вам наилучшего.